Осторожно, страйкболисты. О, нас убивает. Что там? Помахай. Я лопатки украл. При участии секретной команды Борт 17. Студия «Пятая палата» представляет. Работаем, работаем. Рейдовый квест «Поиск лагеря». Миссия под секретным названием «Баба Параска». Бабушка поела ягод просветления, и ей открылся светлый путь. Быстрый и короткий. Да чекай, Мил! Куда, Мил? Мама гала туда. Куда, сюда? Мама гала. Мама лига, бери, догоняй. Я слышу их разговоры. Ти фотографувати, фіксувати, дивитися на деталі. Працює патруль. Бабушка, бабушка, як вас зовут? Що, внучок? Як зовут бабушка? Федя. Ну і дура. Я баба Параска. Внучок, що ти ходиш до мене? Дайте інтерв'ю, бабуля. Іди туди. Все, Федя, все. Сынок, а что тут такое? Тут у меня тебе камеру чи что? Ключ от собора, бабуля. Друзья, подписчики, всем привет. Сейчас мы находимся на секретном задании. Диверсионная у нас задача. Нужен вражеский зайц, я чуть не обосрался. Зайц? Сейчас я исполняю роль бабы Параски, местной жительницы. Для того, чтобы не привлекать внимание, Легион Тивер выполнила задание и дала нам ответное задание. Сейчас мы заброшены в тыл врага, чтобы найти их скрытый лагерь. Пошли, внучок. И ничто бы так не палило бабу Параску, как красная буденовка и пистолет. Пистолет бабе нужен. Орехи колоть. Да, для защиты. А ты понимаешь, ходят тут всякие... Злые белки. Да. Пошли, пошли, сынок. Я покажу тебе короткий путь. Осторожно, до 18. Бабуля сильно низко нагибается. Покажу сейчас тебе, где партизаны ховаются. А этот молодой с тобой... Внучек, чего? Внучек. Внучек, да. Пошли, внучок, пошли. Идем. Баба тебя сейчас заведет. Короткую дорогу бабушка покажет. Бабушка поела ягод просветления, и ей открылся светлый путь. Быстрый и короткий. Нюхнула подснежников. Запила огненной водой. Что, сынок, ты кажешь? Подснежники есть тут, подснежники есть, есть. Приезжают тут хлопцы на машинах. Как понанюхают этих подснежников. А я ведь пистолет с собой и ношу. А ты, внучок, что ходишь? Ты что, чем занимаешься? Маешь корову в хозяйстве? Корову не маю, но за тобой доглядаю. Молодец, молодец, сынок. Ты кем был раньше? Пастухом, небось? Да, коровы пас, вилки. Молодец, сынок. Хозяйственный хлоп. Пошли, пошли. О, подснежники. Борт 17, мы нашли подснежники. Что делать? Уходить и не рвать, они в красной книге. Понял, до связи. Мог по-любому с кости. А ну, Макс, упади в эту воду. Я втік від того коня, я зараз не можу задані напротив бази. Що, тік бабка походила? Веде. Только что отъехали люди на лошадях. Я спрятался за здание, вон там. Они свернули в мою сторону, хотели посмотреть, кто это идет. А я, короче, за здание как дал дёру. Они подумали, что эта бабка исчезла. Вижу здание, типа башни. В этом здании, по идее, карта. Мы его немножко обойдем. Главное бабушке не нарваться на патруль. И хорошо все будет. Ты понимаешь, ездят тут патрули на автомобилях. А бабушка хочет за картой зайти. Стоит зараз біля трансформаторної будки, біля здания, где наша карта заложена. Ну что, пошли. Пошли, говорят, не стесняйся. Свои. О, у тебя есть фонарик. Говорят, здесь подвал есть. Ищем подвал. Ты все равно изнимай меня, пистолет. Баба Параска молодец. Где? Он ставит мины и растяжки. Я понял. Так, что на территорию полигона заезжает какая-то машина грузовая.
Тёш, спробуй прашка притвориться, что мне необходимо для выигры. Это хорошая идея. Походу, это для нас оставлено сообщение. Лес? Всё, доставай. Туда, в смысле лес? Тебе нужно лезть туда? Да, Вадим. Ты хорошо, что ты пришёл со мной. Папараска точно туда лезть не будет. Это наш ящик. Вадим, тебе надо было просто подтянуться, может, нет? Ну так, чисто там достать. Да нет, мне кажется, я туда. Нет, ничего. Вот, ящик, Вадим, ты чего? Вот. Да. Вот, видишь, как он? Не-не, а ну, пробуй лезь. Давай. Доставай этот ящик. Есть. Борт 17, чемоданчик у нас. Что-то держит. Мне было сейчас бах какой-то. Я тоже думал. Черепаха пиротехник. Угу. Какая бы я была. Где она сказала, что ты? А потом... Киперка. Ребят, еще мы поняли. Ваня, беги в группу, отправляйся, наверное, на себя здесь. Еле нашли мы карту номер 2, то есть вообще точку номер 2, так как на карте была отмечена территория, которую мы прошуршали вдоль и поперек. Нарисована эта точка была таким образом, что одно здание было зарисовано. Получается, эта точка была просто всё-навсё в здании, а мы круг облазили вдоль и поперек. Полдня мы потеряли на поиск второй точки. Мы думали, что просто ее нету. Там здание то не попадало просто в этот круг, в котором эта точка была. Вот мы ее так долго искали. Сейчас мы продолжаем поиск скрытого лагеря. А также ребята двинулись в точку 3, которая была отмечена на второй карте. Так, едет машина. Нужно скрыться. Аккуратно. Синий Жигуль проехал. Может, патруль, а может, нет. И два раза мы попадались на глаза патрулю. То есть не мы, сначала одна группа была замечена, и потом вторая группа тоже была замечена. Они долгое время, видно, патрулировали, не могли нас найти, увидеть, и решили подойти прямо на точку, точку номер 2. То есть они там нас и увидели. Вышел на дорогу. Попробую продвинуться немного дорогой. Если что, прикидываюсь с бабой Параской и в лес. Я слышу их разговор. Они вышли из дома. Мне удалось спустить колесо одной патрульной машины. Сердце колотит по-серьезному. Переживала за то, или удастся мне незаметно скрыться. Баба Параска молодец. Баба Параска спустила колесо патрульным, сфотографировала и скрылась незаметно. Теперь иду вон туда. Точка называется Маяк. Там наши автомобили спрятаны. Хочу переобуться, потому что очень натерла ноги. Нет сил идти уже. Ноги отпадают. Баба Параска устала. Ноги капец болят. Нехорошие берцы. Померил, вроде нормально. Шелся, беда. Итак, закончился образ бабы Параски. Поступила новая информация. Есть координаты 4-й точки. Наша группа далеко, я оказался ближе всех. Я быстро переоделся с точки сбора и выдвинулся. Только что видел по дороге число 2 военных. Походу, не наши. Я в бинокль их рассмотрел. Единственный раз пригодился мне этот бинокль сегодня. Просто увидел 2 силуэта вдалеке, но вообще не видно, кто, что. А так даже было видно, что они вооружены. Шли в сторону от точки. Я далеко от дороги, так что иду свободно. Патрули меня здесь не заметят. Походу, точка где-то там. Я уже подошел к речке. Вон там есть вода. Гильзиат охотничек. Оружие. Судя по координатам, которые мне дали, где-то здесь. Где-то здесь. Точка номер 4.
Так, слышу звук машины. Возможно, кто-то едет сюда. Я уже подошел впритык к зданиям каким-то, и там чья-то сигнализация сработала. Значит, там есть автомобиль, возможно, патрульный. Фух, короче, нашли четвертую точку. Я поднялся от реки к этому зданию с нашей командой, парень. В общем, он и нашел вот эту карту быстрее меня. Следующая точка номер 5. А, кстати, достал он ее отсюда, из бассейна какого-то. А куда ты привязал трос? К дереву привязал трос. Короче, к дереву привязал автомобильный трос. Это повезло, что он приехал на машине. Так, нашли точку номер 5. Вот там. Давай так. О, давайте. Так, а ну-ка. А, бутылки у нас. И? Еще одна точка. Ого. Шестая. Осторожно. Вот это на земле? Да. Ну там такая же лента была. Ну такая же, но не на земле. Может, упала бы, видишь, она завязана. А у тебя еще. О. Так, так, так. База. О, наконец-то. Дай мне еще карты мои. Ну тут, думаю, в принципе, да, эту тему. Да, шалаш. Вот тут цель шалаш, я фотка. Нифига себе. Может, увидим, что территория. Территория интересная. Нет, фотографуата немножко. Это вот тут, где база? Да. Это тут мы шалаш нашли. Да, это вот тут, где мы дискали, тут мы шалаш нашли. Куда, Мил? Мама гала туда. Мама гала туда. Мама гала туда. Мама лига, бери, догоняй. До берега риби. До берега туда.
Короче, я иду, значит, вправо туда еще. И так туда буду подниматься. А вы пробуйте туда или... Задание выполнено, лагерь найден. Ура! Численность противников в виде мишеней 16 штук. Скрытно уходим. Подпишись, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока!